Петровское сельское поселение – одно из крупнейших и благоустроенных не только в нашем муниципалитете, но и в Краснодарском крае. Благодаря постоянному вниманию к этому вопросу властей всех уровней – местных, районных и краевых – удается не только поддерживать, но и улучшать уровень благоустройства. Конечно, в первую очередь в поселении заботятся о состоянии дорог. В станице Петровской много асфальтированных дорог, что не может не радовать. Но и ремонт их обновления асфальтового покрытия требуют немалых средств. Благодаря успешному участию поселения в краевой программе удалось получить достойное финансирование и направить средства на дорожный ремонт. У нас 127 улиц и переулка, общая протяженность 217 километров, 700 метров. Конечно, это сегодня актуально, и будем говорить по большому счету, не участвовать в этой программе, конечно, мы не имеем права. Поэтому мы вошли в допотбор на сумму 25 миллионов 700 тысяч, соответственно, это улица Степная, протяженность 2 километра, 164 метра, и улица Светлая, 770 метров. Конечно, выиграл у нас, фирма выиграла НПО «Ресурс», город Краснодар. Значит, осуществляет технический надзор тоже фирма с Краснодара. Значит, работы ведутся качественно, своевременно. До 30 октября должны работы быть выполнены. Подрядчикам мы довольны. Значит, соответственно, люди, которые неоднократно, особенно по улице Светлой, задавали вопрос в том плане, когда будет сделана дорога, значит, мы обещания свои выполнили. На улице Степной, которая является важной для местных автомобилистов, завершаются работы по асфальтированию. Наносится уже второй слой. Хорошо, что работы идут сейчас, когда установилась неплохая погода. Очень важно, что работают профессионалы своего дела, которым не привыкать добиваться высокого качества. Стараемся использовать максимально теплые дни. Значит, на улице Степной предусмотрен ремонт устройства двух слоев покрытия. Значит, приступили сегодня к устройству второго слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы планируем завершить по устройству второго слоя в течение 5 дней. Мы полностью обеспечены необходимыми материалами. Поставка асфальтобетона идет в необходимом объеме для максимального использования светового дня. То есть в день мы укладываем порядка 350 тонн асфальтобетона. Петровчане давно уже мечтали, что эта дорога преобразится и будет отвечать современным требованиям. И вот их мечты осуществились. Что может быть лучше? Мы об этом давно мечтали. У нас, считай, здесь сколько дворов. И на эту дорогу выезжает не только Степная. И с Раздвоенной улицы все сюда выезжают. Вот. И вот сколько зим у нас таких, а дорога плохая. Ее ремонтируют каждый год. Но это уже не дело. Надо что-то делать. Ну, обращались к местной администрации, обещали, вот все-таки добились, дождались. Все довольны. Мы об этом только мечтали. Ведь сколько лет, уже, наверное, около 40 лет здесь ничего не делалось. Абсолютно. Дорога с твердым покрытием, но она уже пришла в негодность давно-давно. И вот, наконец-то. Обновление улицы Степной – настоящий праздник для станичников. Это намного улучшит возможности для передвижения, принесет настоящий комфорт. Это рабочая трасса, можно сказать. Мы здесь ездим каждый день и на день по 2-3 раза. Но это очень радует, что вот в Петровской уже улучшается везде уже, и в центре, и здесь, и качество дорог, потому что здесь дорога была очень убитая. Но это радует. И машину не так уже жалко, потому что скорость здесь была не более 20 км в час. Больше нельзя было ехать. А иногда бывает, что спешим. И не получалось доехать вовремя на место. А сейчас? А сейчас, конечно, красота. Не упускаются из виду и дороги в гравийном исполнении, которые также нуждаются в ремонте. Помимо асфальтных дорог, которые мы вот сейчас ремонтируем, значит, у нас в программе еще в этом году до 30 ноября это улица Мира в гравийном исполнении по программе развития сельских территорий. Контракт подписан вчера. Соответственно, подрядчик тоже надежный, значит, они, в принципе, в понедельник уже заходят для работы. Из дорожного фонда, значит, с акцизного, у нас плюсом еще, соответственно, дорога улица Димитрова. Она тоже старенькая, еще будем говорить,
ей лет 30, наверное, уже. И тоже она попадает сегодня под ремонт. Действующая программа очень хорошая. Глава Петровского сельского поселения считает, что не использовать имеющиеся возможности просто недопустимо. И на будущий год есть планы по ремонту станичных дорог. Создание комфортных условий для жителей и гостей поселения будет продолжено. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».